Где уже нахуй парикмахерши подстрелить? Нахуй подстрелился, блядь, еще красавчик. Быстро, блядь, мама сказала. Хорошо, иду. Пошли пиво ебашить. Какое пиво? Мамка сказала подстригаться идти. Пошагали вместе тогда? Погнали. Тетя пидораска, здравствуйте. Здорово, Вадик, а что пришел? Я на стрижечку пришел. Как стричь будем? Сверху чуть-чуть ножничками и виски прямые. Ни слова больше. Что ты, блядь, лыбишься? Да, блядь, да за шу? Ты вообще иди нахуй, а что вы кричите? Все, блядь, стригем. Начинай, блядь. Все, ебать, стрижечка готова. Охуенно получилось. Вон, ебать, зеркало, ля, какой красавец. Да ты, блядь, разорался, нахуй, тварь, блядь. 500 рублей, блядь, с тебя. Что ты, блядь, нахуй, хуй тебе не деньги. Чтоб я тебя, блядь, больше никогда в жизни не видел у себя. Давай, может, это останется между нами? Я всем пацанам, блядь, расскажу. Ну шо, мама, встречай. Ебать. Завидный жених, дай сфоткаю в одноклассники. Сфоткала? Шо там за крики? Здравствуй, папа. Нахуй ты смеешься? Так она за обновочку. Не сильно.